В ходе оперативных мероприятий с сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Брянской области было установлено, что 43-летний житель Брянска выращивает наркосодержащее растение коноплю. На принадлежащем подозреваемому дачном участке в садовом обществе «Локомотив» полицейские изъяли 207 кустов конопли. Грядки с растением были замаскированы хозяйственными постройками. Задержанный пояснил сотрудникам, что выращивал коноплю для личного потребления. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, либо штраф в сумме до 300 тысяч рублей.